Здравствуйте, родные. Шип. Привет вам я за то, что не писал так долго. Простите вы меня, на то были причины, о коих не скажу, хотя, впрочем, пониже я вам обо всем напишу. Дела мои идут нормально, а если по правде, то кувырком. Голова делами завалена, отложенными потом. Дела эти копились долго, пока курган не возник, пока их не скопилось столько, поэму писать, а не стих. Во-первых, надо найти работу, во-вторых, жениться хочу, в-третьих, учиться охота, бросать института не хочу, в-четвертых, надо сдать зачеты, в-пятых, экзамены сдать, в-шестых, повседневные заботы надо тоже не забывать, в-седьмых, надо думать о Маше, в-восьмых, не забыть про нее, о свадьбе нашей, когда лучше справить ее. В десятых денег нету, в одиннадцатых нету средств, в двенадцатых финансов нету, и скоро будет нечего есть. В тринадцатых, ну ладно, хватит, а то наскучило всем. Не буду больше время тратить, и так его нету совсем, и так я его растратил на сон, пустословие, смех. Для дела немного оставил, все остальное на грех. А в общем, все идет как обычно, работаю, ем, сплю, учусь. И сейчас по схеме привычной учу математику и к Маше помчусь. На этом письмо кончаю, желаю всех небесных благ, земных благ не желаю, потому что от них духовный мрак. До свидания, счастливо, простите, что так мало смог написать. Но как только обо мне загрустите, можете снова этот стих прочитать. Всем спасибо. Не все гладко получилось, но как есть.